Криотерапия – это лечение холодом, настоящим холодом. Ведь погружаясь на короткое время, всего на 2-3 минуты в капсулу, наполненную азотом, температура кожи мгновенно опускается до 0 градусов, а затем из-за интенсивности кровообращения повышается до 35 градусов. Происходит природное стимулирование иммунной системы, направленное на ревизию всех органов. Благодаря особым свойствам холодного газа процедура достаточно комфортна, а ощущение холода особенно приятно в летнее время. Один курс криотерапии равен 3-4 годам интенсивного закаливания. Посещение криосауны оказывает противоотечный, антивоспалительный эффект, укрепляет и восстанавливает иммунную систему. Это лучший способ снятия стресса и релаксации.